Аузу биллахи минашайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3. И хотим начать, продолжить точнее серию передач, посвященных теме ваххабизма. Для этого мы вновь пригласили в нашу студию уважаемого нашего гостя, ходжат аль-Ислам аль-Муслимин шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Уважаемый шейх Гурбан, тут уже множество передач было посвящено данной теме, и хотелось бы более обширно ее обсудить, чтобы люди представление имели, что такое ваххабизм, и старались держаться подальше от этого убеждения. Ауду биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хва хайру насрин ва муин, ва салату ва саламу аля сайид аль-амбияи валь мурсалин. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую прежде всего дорогих зрителей Хади ТВ3. И если мне не изменяет память, если насколько я помню, мы в обсуждении данного вопроса остановились на идеологических вопросах. То есть мы очень долгое время довольно-таки подробно разобрали историю возникновения этого течения, историю возникновения этой секты на самом деле, то есть самым, что ни на есть в настоящем смысле, в истинном смысле этого слова, секты. Потому что это, если ваххабизм не секта, то вообще сект как таковых не существует. Причем секта, которая впитала в себя все самые негативные оттенки, все самые негативные черты самых худших сект. Все самое худшее, что может быть в секте, имеется в этой секте. Мы разобрали историю этой секты, как она возникла. Если внимательный телезритель обратит внимание, если внимательный телезритель немножко подзадумается над историей, то ее особенности, ее характерные черты уже должны проявиться. Потому что из истории мы уже много чего понимаем об этом течении, об этой секте. История дает нам понимание многого относительно данной секты. Мы так или иначе эту историю разобрали, и она имеет очень большое и важное значение для понимания этой секты. И поэтому, если кто-то не смотрел, то я порекомендовал бы сделать это и внимательно, с анализом, анализируя те или иные обстоятельства, те или иные исторические ходы, те или иные исторические повороты, которые были в истории этого течения, этой секты, проанализировать это. Так или иначе, мы перешли к обсуждению ее взглядов, ее идеологических особенностей, какие взгляды исповедует эта секта, секта ваххабизм. И, конечно же, здесь нужно было бы начинать со взглядов этой секты на важнейшие вопросы в исламе, а потом уже переходить постепенно к менее важным вопросам. Но мы начали обсуждение с немножко другой точки зрения. Обратили внимание на эту секту и на ее идеологию, и на ее взгляды немножко с другой точки зрения. А именно с той точки зрения, что именно, какие именно особенности делают эту секту этой сектой. Что в первую очередь делает ее обособленной от всех остальных? Что ее отличает от всех остальных? На что стоит обратить внимание нашим зрителям? Нет, не то, чтобы обратить внимание. Да, это само собой, это как бы непременно. Отличительные черты. Да, что в первую очередь отличает? Что играет наиважнейшую роль в том, что они обособляются от остальных мусульман? И в связи с этим мы говорили о такфиризме, потому что это на самом деле объективно важнейшая особенность, которая отличает эту секту от всех остальных мусульман без исключения, абсолютно от всех нынешних современных мусульман, которые живут в сегодняшнем дне, которые жили в прошлые века. То есть это такфиризм. Почему? Потому что что значит такфиризм? Мы об этом говорили, коротко говорили о том, что такфиризм это
первую очередь обвинение мусульман в неверии, в том, что они являются не мусульманами. Обвинение мусульман в том, что они являются не мусульманами. Это вот такфиризм, это особенность. Ни одного другого течения в исламе такого нет. Обратите внимание, это не означает, что другие остальные течения не имеют между собой никаких разногласий. Наоборот. Наоборот. Например, тот же самый ашаризм имеет колоссальную разницу. Колоссальную разницу с имамизмом. Шиизмом и имамизмом. Есть большая разница между ними в идеологии и так далее. Во многих вопросах есть большая разница между этими двумя течениями. Есть разница между хамбализмом и имамизмом. Есть разница между матуридизмом и имамизмом, и матуридизмом и хамбализмом. Есть разница между матуридизмом и хамбализмом. Есть небольшие, очень маленькие разницы между ашаризмом и матуридизмом, например. Но все эти течения, как ашаризм, так и матуридизм, так и имамизм, абсолютно не разногласят в том, что если человек произнес свидетельство, два свидетельства, если человек произнес, здесь нету никаких абсолютно сомнений, нету никаких разногласий, то есть совершенное единогласие существует в данном случае, что если человек произнес два свидетельства, две шахады, то есть если человек признал на словах, что нет Бога, кроме единого Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, является его посланником, если он произнес эти слова, то он является мусульманином. Вне зависимости от того, что происходит вокруг этого. Что происходит вне этого. Вне зависимости от этого. Если, например, человек ворует, то исламскими законами установлены определенные меры наказания в данном случае. Но эти меры наказания не означают, что он перестал быть мусульманином. Если человек оклеветал кого-то, опять-таки есть меры пресечения, есть меры наказания, есть меры воспитания. Но эти меры, которые применяются к преступнику, не означают, что он перестает быть мусульманином. Ни в коем случае он остается мусульманином. То есть, как часто выражаются ученые, если человек является ахлю кибля, то есть, если он во время своей молитвы направлением для себя выбирает Мекку, то есть у него, если у людей киблы, если у человека киблы является Мекка, то он мусульманин, вне зависимости от всего остального абсолютно, он мусульманин. За преступление это совсем другое, да, то есть если человек преступление совершает, грехи совершает и так далее, это уже отдельный вопрос, не имеющий отношения к данному вопросу, он не является выводящим человека из ислама. Это единогласие мнения всех исламских течений вне всякого исключения. Кроме секты ваххабизма. Ваххабизм здесь является уникальным явлением в мусульманском мире, который считает, что нет, совершенно не так. И здесь для того, чтобы стать мусульманином, они предъявляют человеку такие условия, под которые не попадают ни один ваххабитский проповедник, под который не попадает ни один ваххабитский ученый. То есть критерии того, как стать мусульманином, под этот критерий не попадает ни один сам ваххабит. Ну, естественно, здесь они в отношении других эти критерии строго воспринимают, то есть относятся строго к этим критериям в отношении других. А когда речь идет о них самих, они до тех пор, пока у них нет интереса, они закрывают на это глаза. Как только у них возникают интересы в этом, то они в неверии обвиняют друг друга и, как следствие, переходят в том числе и к убийствам. Мы на прошлых передачах говорили об одной особенности. То есть у такфиризма ваххабитского есть особые черты. То есть не только эта секта отличается чем-то особенным от всех остальных мусульманских течений, а именно такфиризмом, но и такфиризм у него тоже необычный, крайне уникальный. Я ранее говорил об этом. То есть за каждого пустяка
грубо говоря, да, выходить как-то? Нет, нет. Если у них очень четко приписанное правило, у них есть правило, у них есть, то есть есть совершенно конкретное отношение к этому вопросу. И мы к этому, мы поговорим об этом отношении. Мы говорили, мы со слов, в том числе и основоположника ваххабизма, который заложил основы современного ваххабизма, то есть Мухаммад ибн Абдул-Ваххаба, с его слов мы приводили это правило, которое они исповедуют. Есть четкое правило. То есть они даже нечто уникальное преподнесли человеку в виде такфиризма. То есть у них такфиризм необычный, крайне уникальный такфиризм. А в чем заключается эта уникальность? Мы говорили об этом ранее. Обратите внимание, есть такая вещь, как, например, в праве есть такая вещь, которая исповедуется исламом. Ну и современные правовые системы, которые приняты в тех или иных странах, международных, в международном праве, не только в международном праве, в уголовном праве и так далее. Правило, которое принимается в том числе и исламом, это презумпция невиновности. То есть это правило гласит, что до тех пор, пока не доказана вина человека, человек невиновен. До тех пор, пока не доказана его вина. То есть человек, другими словами, не должен доказывать, что он невиновен. Обязанность доказать, что человек виновен, лежит на обвинителе. Человек не должен, у него нет никаких обязательств защищать самого себя. У него нет никаких обязательств доказывать, что он невиновен. Он не обязан доказывать, что он невиновен. Потому что он невиновен изначально. Он изначально невиновен. То есть основой является его невиновность с точки зрения закона. Закон говорит, он невиновен до тех пор, пока не будет доказано обратное. Нечто подобное мы обнаруживаем и в этом вопросе, в такфиризме. То есть здесь есть два взгляда. Точно так же, как и в праве может быть два взгляда. Презумпция невиновности или презумпция виновности. Так же и в такфиризме. Уважаемый Шейх Гурбан, мы прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы продолжим данную тему. Уважаемые наши телезрители, мы прерываемся на небольшую паузу, до которой говорили о такфиризме. Уважаемый Шейх Гурбан, вы сказали о том, что есть особенная разница в такфиризме, как у них это представлено у ваххабитов. Могли бы продолжить? Да, совершенно верно. Смотрите, это книга «Ат-Таухид» Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба, это книга единобожия, которая переведена в том числе и на русский язык. Это шестая глава этой книги. В этой книге он разъясняет данный вопрос, он излагает эту точку зрения. Это не просто теория, я неоднократно в предыдущих передачах об этом говорил. Это не теория. То есть то, что говорит Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб с первых дней своей деятельности, с первых дней своей проповеди, Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб практиковал это правило. Практиковал это, так называемое, это некую такую своеобразную презумпцию. То есть, что он говорит? Он говорит, что чтобы человеку защитить свое имущество, чтобы защитить свою честь, чтобы его жизнь была неприкосновенной, он должен доказать, что его жизнь заслуживает неприкосновенности. Его имущество заслуживает неприкосновенности, его честь и достоинство заслуживают неприкосновенности, не наоборот, как это принято во всем остальном человеческом
обществе любой абсолютно человек, вне зависимости, он верующий, неверующий, мусульманин или не мусульманин, он все прекрасно понимает, что если это имущество человека, оно неприкосновенно до тех пор, пока нету веского повода забрать. И веской причины для обратного. То есть жизнь человека неприкосновенна до тех пор, пока, например, он не проявит смертельную агрессивность. Например, здесь он уже лишил, то есть уже есть веский повод, веский довод лишить его жизни. Почему? Потому что он угрожает своим поведением, своими поступками, угрожает жизни, например, школьникам. Например, вошел, не дай бог, как это происходит сейчас на Западе очень часто, и модно стало, зашел с огнестрельным оружием в школу. Все, он этим своим поступком, этот его поступок является доводом и доказательством того, что его жизнь перестала быть неприкосновенной. То здесь есть, это обычное нормальное человеческое мышление. Нормальный, не обезбраженный духовно ваххабизмом человек мыслит так. А ваххабит мыслит совершенно не так. Ваххабизм мыслит от обратного, по-другому. Совсем наоборот. Ваххабизм говорит, что пока человек не докажет свое право на жизнь, пока он не докажет свое право на имущество, пока он не докажет свое право на честь и достоинство, он не имеет права ни на жизнь, ни честь, ни на достоинство и ни на имущество. То есть совершенно иначе. Поэтому, именно поэтому мы можем встретить в интернете ролики, где они... Были такие ролики, когда вот они распространились по Сирии и по Ираку. Вот это вот... вот эта кучка, да, как их, я не знаю, назвать подобающим образом, когда они вот началась вот эта вот неразбериха в Сирии и в Ираке, когда они туда вошли, и интернационально вошли, то есть это был интернационал со всех стран, в том числе и из СНГ очень много было, причем подавляющее большинство самых активных и вот этих жестоких были почему-то из СНГ именно. Так или иначе, когда они вошли в Сирию, в Ирак, что у них было? Они вот просто ехали на машине или же шли по улице, встречали человека. Были, есть такие ролики, встречали человека и говорили, докажи, что ты мусульманин. Это мусульманская страна, Сирия. Это большинство живут там мусульмане. Я не говорю обо всех остальных аспектах данного вопроса. Ирак — это мусульманская страна. Там человека не нужно спрашивать у человека, он не должен, не обязан тебе что-либо доказывать. Если ты считаешь, что он не мусульманин и что он заслуживает смерти, это ты должен доказывать, он ничего тебе не до. Они вот встречали, докажи, что ты мусульманин. И были такие моменты, когда в каких-то ситуациях человек или перенервничал, или что-то еще, не мог адекватно реагировать на это требование. Ну, естественно, вел себя как-то растерянно. Растерянно, они это воспринимали как беспомощность в доказательстве своего ислама, своего мусульманства и расстреливали. Есть такие ролики, если есть желание, можно поискать и найти в интернете эти вещи. То есть это откуда возникает? Это возникает из такфиризма ваххабизма, который является официальной идеологической установкой, которая в том числе и провозглашена и Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб. Мы зачитывали это ранее. В 6 главе книги «Тавхид» этот человек говорит, имущество, обратите внимание, имущество и жизнь человека будут неприкосновенны лишь тогда, когда все указанное выше будет дополнено полным опровержением всех объектов поклонения, кроме Аллаха. То есть, здесь говорится... В предании от его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, который приводит сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в этой главе, говорится, из уст его светлости говорится, что неприкосновенны имущество и жизнь того, кто сказал нет божества, кроме Аллаха, и отрекся от поклонения всему, кроме Аллаха. Он будет держать ответ перед Аллахом. Это долгая история, рассказывает о том, я ранее рассказывал, и в будущем еще коснемся того, вообще, по поводу чего посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, сказал эти слова. Это очень важно для понимания того, о чем говорит его святость посланник Аллаха. Обстоятельства, при которых были сказаны эти слова. Я опять-таки повторяюсь, ранее говорил об этом, в будущем еще коснемся этого вопроса. То есть, если кто-то сказал
шахаду, то его жизнь неприкосновенна. Это была война. То есть, и коротко скажу, что его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал эти слова во время войны. То есть уже шло убийство, взаимное убийство людей. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, дал установку мусульманам, что вы не имеете права убивать, когда они уже приняли ислам. Уже все, это же все, что они совершили, все преступления, которые они совершили до ислама, до принятия ислама, все это забывается, уже его имущество и жизнь становятся неприкосновенными. Так или иначе, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, что этого недостаточно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что... Достаточно. Говорит, этого достаточно, он говорит, недостаточно. Он говорит, имущество и жизнь человека будут неприкосновенны лишь тогда, когда все, все указанное выше будет дополнено. Дополнено чем? Он далее перечисляет. У меня есть список. Он сам попадает? Этот список, он нет. Под этот список? Нет, он согласно своим же... Я же говорю, они по своим же собственным критериям не являются мусульманами, по своим собственным критериям. Угу. Я ранее приводил пример из слов Ибн Таймии, согласно которому он сам является неверным. Он сам заслуживает смерти, должен был быть убит по своим собственным, по своей собственной фетве. Но разве есть среди ваххабитов и последователей Ибн Таймии, Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, адекватные люди, чтобы посмотреть на это как-то объективно, беспристрастно к этому отнестись? Нет, конечно же, как бы это все как бы как будто общаешься... Если я не ошибаюсь, вы на одной передаче об этом говорили, что там кто указан на то, что сподвижники между собой воевали, да, или ссорились, да, да. Да, да, совершенно, то он является совершенно не мусульманином, да, потом да. Сам же это указывает. Совершенно верно. Вам не изменяет память, так и есть. То есть это фетва, да. Под эту фетву он попадает и сам. Точно так же Мухаммад ибн Абдул-Вахаб не подпадает под эти критерии, которые он перечисляет. Обратите внимание, то есть это большой здесь список. Около 40, прошу прощения, здесь 47, здесь еще список не заканчивается, потому что есть продолжение и на другом листе у меня. Здесь, то есть, 61 критерий здесь перечислен. То есть, посланник Аллаха говорит, что два критерия? Да, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит шахада, да. Шахада, шахаду. А он говорит, нет, жизнь и имущество человека будут неприкосновенны лишь тогда, когда все вышеуказанное будет дополнено. А чем дополнено, он перечисляет. Перечисляет вот список у него, то есть, такой подробный список. И вообще этому списку посвящена книга «Ат-Таухид». То есть он в этой книге перечисляет, от чего человек должен отказаться, чтобы его жизнь и имущество были неприкосновенны. Но, если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, сказал это в военных условиях, сказал эти слова в военных условиях, когда мусульмане уже убивали, уже сражались, то есть, ну, конечно, не односторонним порядком убивали, но уже шло сражение, уже было... взаимное убийство. То есть в этом случае, обратите внимание, слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, служат мотивом и отправной точкой для остановки войны, а не для начала войны. Эти слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Представьте себе ситуацию. А слова Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, которые пребывают, например, в Неджд или пребывают в Ад-Дир'ия, да, и призывают мирное население, мирные, то есть местность, Аравийский полуостров, где нет войны, где все живут мирно, нет войны с кем-то или как-то, или чего-то, нет, все спокойно. Он прибывает туда и говорит, что ваша жизнь не является неприкосновенной. До тех пор, пока вы не произнесете шахаду, они говорят, мы произнесли шахаду, у нас есть шахада. Он говорит, нет, у меня еще есть тут дополнительный список, подпадаете ли вы под эту категорию. Докажите, что вы под эту категорию подпадаете. Ну, естественно, здесь... Никто не попадает. Дело даже не в том, попадает кто-то или нет. Дело в том, что ну, кому это надо и что-то еще кому-то доказывать. И Мухаммад ибн Абдул-Вахаб это берет как повод, как основание для войны и убийства на Аравийском полуострове. И начинается вот этот геноцид, о котором мы говорили на предыдущих передачах, где он убивает женщин, детей, мусульманских, да. Женщин и детей, мучает их, выгоняет в пустыню голыми, без одежды, ну и так далее. Вся эта вот история, которую мы рассказывали ранее. То есть,
Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, что имущество и жизнь – это в мирных условиях. То есть слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, имеют совершенно другой смысл, потому что они были сказаны в военное время. Это не мирные условия. Это другие обстоятельства совершенно. И поэтому смысл слов Мухаммад ибн Абдул-Вахаба от смысла того, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, кардинально меняется. То есть это кардинально отличается. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб… У нас передача подошла к концу, если вы хотите… Да-да, я закончу, я подведу итог. То есть Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, что ваша жизнь, жизнь тех, кто считает, называет себя мусульманами, она не является неприкосновенной. До тех пор, пока вы не докажете обратное. А как доказать? Вот, пожалуйста, есть критерии. Эти критерии, если имеются в вас, если вы соответствуете этим критериям, то значит ваша жизнь и имущество неприкосновенно. А до тех пор нет. Вы заслуживаете смерти. Ваша жизнь не является неприкосновенной. И это он говорит кому? Жителям Аравийского полуострова, арабам, жителям и обитателям Аравийского полуострова, мусульманам. Это все нужно понимать, что имеет отношение к мусульманам. Не говоря уже о том, что слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вообще относились к немусульманам. Уважаемый Шейх Гурбан, спасибо большое. Я, конечно, удивлен. И, ну, с другой стороны, не удивлен, зная их, что, на что они способны, вот эти вот все корыстные цели, потому что я ничего кроме этого не вижу, чтобы добыть имущество, чтобы добыть там земли совершенно и так верно. Далее. Только корыстные цели за этим скрываются. Сначала мы это обсудим на следующих передачах. Иншаллах. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые наши телезрители, я с вами на этом прощаюсь. Иншаллах, на следующей передаче мы продолжим данную тему. Оставайтесь с нами. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.